Мы уезжаем. Мне не верится. Пока. Мы не будем скучать. Куда мы едем? В Вашингтон. Это наш верный конь. Пока еще не верный, мы еще не знаем. Вот и проверим. Мое богатство. Мое богатство. Звуки Нью-Йорка нас провожают. После недели стоянки в Бруклине наша новая машинка превратилась вот такое грязное чудовище. Проезжаем Делавер. Рочняк. Красивые домики. И пробка. Мы в Вашингтоне. Мы приехали в Вашингтон. Дорога у нас заняла где-то 4 часа. Здесь очень жарко. Я сменила свой наряд. Мы идем посмотреть, где живет президент. Вместо желтых — красные. Нашу прогулку по Вашингтону мы решили начать с покушать. Зашли в Panera Bread, это место нам знакомо. Это сеть, которая есть по всей Америке. Здесь продают более-менее здоровую еду. Здесь есть сэндвичи, салаты, супы. Хорошие порции. В Panera Bread можно нормально покушать. Вот мой салат гигант, сэндвич. Увидите, сэндвич и суп. Это все $22, но салат реально огромный. Мы приехали в сердце Вашингтона. Здесь очень красивый парк, прям в центре города. Здесь находится Белый дом и очень много-много всяких, как это сказать, government, государственных зданий. Красивая архитектура. И сейчас я вам быстренько покажу Белый дом, но у меня камера без зума, поэтому... Ну, в общем, вы его 100 раз видели. Вот, и там толпа туристов перед ним. Проезжаем Пентагон. Как объяснил мне Витя, это Министерство обороны США. Мемориал воздушной авиации. Это монумент Второй мировой войне. Штаб-квартира ФБР. Пыточные внизу. А потом пошел дождь. Доброе утро следующего дня. Нам удалось найти в Вашингтоне знакомого. Он очень дружелюбно нас принял. Мы познакомились с его девушкой, другом и классно провели вечер. Мы уже на парковке, да, и собираемся выезжать. Так что так. В маленьком городке под названием Саммерсет, где-то in the middle of Пенсильвания. И я попыталась найти здесь более-менее кафешку с нормальной едой. Мы идем в... называется Ruby Tuesday. И, похоже, там должна быть линия раздачи, салатики, стейки и все, что хочешь. Брали две огромные тарелки всего, просто от жадности. Каждая из них стоит $10, и сюда можно подходить бесконечно. Вот. Сейчас попробуем. Такой у нас сегодня день. Едем и едим. Самая интересная часть за сегодняшний день.
потому что мы приехали в кемпинг и будем первый раз собирать палатку. У нас есть спальник совместный, есть палатка трехместная, и у нас есть газовая горелка. Сегодня у нас будет еда. Птички. Лягушки. Витька. Это наш первый кемпинг в Америке, и пока впечатление очень хорошее. Здесь огромная территория, есть даже два бассейна, огромная детская площадка, ну, понятное дело, душ, туалет, есть даже станции для зарядки телефонов. Мы взяли себе просто место, как бы, парковочное, где мы можем рядом поставить тент, и это обошлось нам $41, на секундочку. Нельзя в Америке ставить палатку, где попало. Нужно обязательно, чтобы это были специально отведенные места. Ну, конечно! Но мы решили не рисковать. Вот так выглядит $41. Здесь мы поставили машину. У нас есть столик и накидано какое-то сено, наверное, чтобы было мягче спать ночью. И вот у нас немножко есть соседей в палатках. А туда дальше еще огромная-огромная территория. Там люди стоят в кемперах. Есть еще домики, в которых можно ночевать. Это стоит уже порядка $70. Красивая территория. Вот там озеро. Доброе утро! Наша первая ночь в кемпинге прошла отлично. Спали не супер крепким сном, но тем не менее на свежем воздухе все равно. Я себя отлично сейчас чувствую. Сделаю зарядочку и вообще буду бодрячком. Я говорила, да, мы остановились в очень огромном кемпинге. И сейчас я покажу вам, как выглядит карта. Вот так выглядит карта этого кемпинга. Вот семья, которая заведует им. Здесь есть два бассейна, игровая площадка. Вот это все... Тенты, это места, здесь у них есть даже Deluxe Cabins, это деревянные домики, которые сдаются. Вот здесь вот мы стоим, это просто места для кемпинга, можно поиграть в пейнтбол. Ну, в общем, тут развлечений куча. Можно везде там и покушать, и автоматы с Кока-Колой стоят по всей территории. Ну, в общем, нас впечатлил этот кемпинг, тем более он у нас первый, поэтому... Оказалось, что это такое себе, ничего себе мероприятие, масштабное. Спонсор моей прически – сухой шампунь. Наш завтрак. Здесь уже чай, кекс. Это будет гранола с молоком. Есть такой хлеб еще с сыром, таблеточки, витаминки. И все. Вот так позавтракаем сейчас и будем быстро уезжать. Приехали потискать оленей. Вот так называется место. Лагун Дирпарк. Она здесь встречает павлин. У, ты какой красивый. У этого парка оленей даже есть инстаграм. Выведут оленей. А у нас есть целый мешок еды для них. Сколько мы заплатили? $21. $21 за нас двоих и за мешок еды. По-моему, нас кто-то атакует. А как его кормить? Он прям так... Я не знаю. Он меня тяпает? Ну. Как, он аккуратно кушает? Да, да, он вообще прикольный чувак. Я не знаю, он может плюнуть. Его по голове не надо, он не очень любит. Вот по шейке, да, по шейке ему нравится. Какой ты грязный. Он как будто позирует такой. Да. Типа, давай вместе на камеру посмотрим. Ну, вот я тебе еще... Мне надо экономить, извини, тут не один, я тебе с пола. Познакомься, ты олень по-русски. Оп-оп-оп, халява. О, ты видала, что сделал? Глянь, какой, а? Они знают, как добыть еду. Реально. Ты
Просто потискать. Мы хотим добавочки. Опа. Кому? Кому? Это четырехрогие овцы. Можно его за рога спросить? Надеюсь, эти рога были добыты ненасильственным путем. Хотя, более не отпадают рога. Не маленький такой. Вить, стань рядом. Мы остановились взять кофе, и здесь такая интересная заправка, но это такое место для отдыха, оно больше ориентировано на водителей грузовых автомобилей, вот этих огромных траков, и здесь сейчас я вам покажу. Здесь большой фудкорт, Starbucks, куда мы, собственно, и приехали, уголок с видеоиграми, туалет, понятно. Здесь кока-колу можно достать. А вот это самая интересная часть. Tracker's Lounge. Там есть массажные кресла, душ. И вообще очень приятно. Я такое первый раз вижу. Взяли на заправке вот таких путеводителей. Сейчас попробую их поисследовать и найти какие-то интересные места. Потому что как раз парк с оленями мы нашли вот такой вот брошюрки. Так что иногда это полезнее, чем серфить в интернете. А ведь полезным делом занят. Какие-то ракеты. У нас нету особо большого желания заезжать в города. Мы пытаемся их объезжать. Но сейчас мы на пути в Чикаго, потому что там хотим попробовать, как они говорят, известную во всем мире Чикаго-стайл пицца. Она называется Deep Dish Pizza. Но с очень высокими бортами. И, собственно, мы едем съесть этой пиццы. Ну и уедем побыстрее оттуда. Welcome to Chicago. Распаковка пиццы. Вау. Подходим к самой узнаваемой достопримечательности Чикаго. Я называю это капля, но у него другое название. Мы сидим на берегу Мичиган Лейк и кушаем Чикаго стайл пиццу. О, да. Есть что сказать? Она обалденная. Я выключаюсь. А вот озеро. Оно входит в большую пятерку озер Северной Америки. И единственное находится полностью на территории США. Озеро очень чистое, что редко увидишь в городе.